Сарика Продакшн Студио. Не сдуваешься, хорошо? Угу. Как состояние, кстати, у тебя? Ну, волнение есть, боишься? Нет. Вов, не боишься? Нет. Прикинь, я боюсь, всегда на сцену выхожу. А есть такие, которые не волнуют? Нет, на сцену боюсь, а так нет. Я же знаю, что мы здесь только вдвоем. Мы не вдвоем, вот у нас камера есть. Тебя увидит куча людей. Представляешь? Ну, вот когда исполнять будешь, ты же увидишь, что камера включена. Угу. Ну и будешь волноваться? Да, немного буду волноваться. Конечно. Вот главное, чтобы я когда на запись не нажал, чтобы ты не съехала, понимаешь? Угу. Вот это очень важно. Вот побороть себя надо, понимаешь? Угу. Представь, что на тебя уже все камеры мира наведены, Евровидение, все дела. Что ты покажешь людям, понимаешь? Тем более это дебют. Это первое в жизни выступление, понимаешь? Надо максимум показать, хорошо? Мы же не зря пахали, да? Или зря? Нет, не зря. Все, давай, будем пахать. Хорошо. Стелю постель, не для тебя в зеркалах дрожит свеча, за окном до утра метель заметет, закружит мою печаль. Прощай, прости, не жди. Я к тебе не вернусь сегодня, сегодня. Зачем обманом спасать любовь? Зачем опять сладкой ложью день встречать? Поскорей за окном метель замети, закружи мою печаль. Прощай, прости, не жди. Я к тебе не вернусь сегодня. Сегодня нет, я к тебе не вернусь. Сегодня, сегодня нет. Словно снег мой тает страх. Я жила в двух мирах, но к тебе не вернусь сегодня. Сегодня, сегодня.